Здравствуйте. В эфире программа «Городская среда». Целый ряд предложений, выдвинутых местными избранниками от партии социалистов для рассмотрения в муниципальном совете, строго ориентированы на улучшение социально-экономических условий жизни простых кишиневцев. Казалось бы, это просто слова из партийной газеты. Но если присмотреться к этому без политических пристрастий, речь идет об улучшении жизни всех кишиневцев, вне зависимости от того, за кого и как они голосуют. Речь идет о решении проблем людей, которые сегодня стоят у опасной черты, а точнее стоят перед выбором – бросить все у себя на родине, которая не способна создать приемлемые условия жизни и уехать часто навсегда из своей страны. Так, что удалось изменить в столице? Буквально протащив через многочасовые обсуждения и споры в муниципальном совете решения по надбавкам и компенсациям. Об этом и не только. Поговорим с представителем фракции партии социалистов в муниципальном совете Никитой Цуркан. Здравствуйте. Здравствуйте. В повестке дня муниципального совета, последнего заседания, или сейчас как модно говорить крайнего, чтобы не говорить слово последнего, был, был внесен целый ряд социальных проектов вашей фракции, фракции партии социалистов, среди которых там проект по различным надбавкам, компенсациям и так далее. Вот если можно, насколько это возможно поподробнее, но может быть в принципе в деталях это. Будем разбираться мы сами, кишиневцы, когда придем за вот этими надбавками, компенсациями. Но тем не менее, что удалось уже, я опять же повторю это слово, протащить через споры, через обсуждение в муниципальном совете. Ну, тут вы правы в том, что используете слово «протащить», потому что у нас очень часто это происходит, проходит через, не слово, баталии. Потому что не все муниципальные советники готовы голосовать за социальные инициативы. Они не понимают одной простой вещи. То, что в тот момент, когда люди принимают какие-либо решения, то есть в нашем случае принимают какие-то проекты, направленные на улучшение города, они должны думать не только о себе, они должны думать о тех людях, которые в этом городе живут. К сожалению большому, так часто выходит, что, например, представители либеральных партий думают чаще всего о земельных вопросах, то есть это, это их интересует. Но это, благодаря Расп... вот этому устойчивый тренд восприятия муниципального совета собрались люди, которые просто делят землю. Вот, ну, с кем к, к сожалению, поговоришь. вот этот вот э, хвост, скажем так, тянется уже, я не знаю, наверное, года с 2007-2008, то есть, когда люди собираются, там эти известные, так называемые, в народе просто говорят распилы, когда люди... Собираются и решают там, за 20-30 часа принимают 100-150 проектов решения, по которым муниципальная земля переходит в частную собственность. И не всегда эти разделения и деления и выдача этой земли она легальна. То есть, зачастую наоборот, как раз происходит. Ну, то есть, не об этом. Мы на последнем заседании, которое, или крайнем заседании, которое было буквально на днях, мы, на мой взгляд, приняли очень много правильных, в первую очередь для граждан, решений. Если мы говорим о чем-то, то есть говорим о конкретных вещах, то я тут могу, наверное, особо выделить то, что мы наконец-то приняли проект, согласно которому люди, у которых нет дома... дома, которые не газифицированы или у которых нет просто дома газа, они будут получать 25% надбавки, то есть компенсации, скажем так, компенсации за собственное электричество. Потому что невозможно в нынешних условиях, когда Люди вынуждены, ну то есть мы знаем, есть очень много в Кишневе домов, которые построены по, еще в, были в советский период. И согласно тем нормам, когда эти дома строились, там выше девятого этажа запрещено было проводить э, газ. И дома там, некоторые у нас есть дома в Кишиневе, в частности, на Ботанике есть дома, где до девятого этажа есть газ, после девятого этажа там же собственно, люди пользуются электро, да, электроплитами и так далее. Ну то есть не, не, я не думаю, что стоит и необходимо людям рассказывать, сколько Люди тратят электроэнергию для того, чтобы, например, особенно старые плиты, которые есть, сколько надо для того, чтобы потратить электроэнергию для того, чтобы там элементарно подогреть подогреть еду. И не говорю о том, что вы или они там не дай бог что-то в этих домах печь, потому что это выходит в очень солидную сумму. Те люди, которые никогда с этим не сталкивались, то есть я, например, в, в том числе, и когда, то есть, когда мне показали калькуляцию, сколько выходит в месяц за электричество людям, которые не используют газ, это достаточно внушительная сумма. И для тех людей, которые скажем так, социально уязвимых слоев населения, те людей, которые находятся там на грани или за гранью, скажем, прожиточного минимума, для них это эти суммы довольно-таки большие. Мне кажется, это наша такая маленькая победа, когда мы людям дали хоть небольшую возможность для того, чтобы там одна четвертая сумма будет компенсироваться им. Я знаю, что фракция партии социалистов она предлагала проект по выделению ежемесячной компенсации в размере 40%. Но, видимо, да. ваш, ну, то есть, опять же, тут... ваши коллеги как-то не откликнулись на это. Да, мы изначально вы правы абсолютно предлагали это то, что я хотел сказать: 40% вообще. 40, ну, дойти до 40% компенсации. Но наши коллеги с либеральной партии, опять же, хотели еще меньше, чем 25%. А чем мотивировали? почему вдруг так? А, там настолько База. уникальные, одаренные и образованные люди, что они не, не всегда, как, как это выразиться-то, они не всегда э, готовы отвечать за, за, за свои решения. Они просто сказали, это, это много. Почему? Потому что. Ну, то есть, вот mm -hmm. как-то так, так диалог строится и... К сожалению большому, на самом деле, они расценивают все наши какие-то шаги для улучшения жизни людей, которые, ну то есть и социально уязвимых слов населения, и пенсионеров, и молодых специалистов, то есть тех людей, которые, о которых не вспоминают, о молодежи. Я говорю сейчас про Кишинев, не, не говорю там про всю страну. Эм, к сожалению, они воспринимают инициативы какие-то предвыборные наши, э, не знаю, там лозунги, какие-то предвыборные наши истории. По факту мы занимаемся этим уже на протяжении, тут скоро будет четыре года, на протяжении всего нашего мандата. Мы сразу заявили, когда пришли в муниципальный совет, что направление нашей фракции мы будем работать с людьми. И мы от этого принципа не отходили. Мы всегда рядом. Если есть у людей проблема, мы пытаемся ее решить. Мы пытаемся сделать этот город лучше. Если они не могут, то мы, находясь в оппозиции, покажем им, как это делать. Вот mm -hmm. ä, это кратко, если мы говорим о компенсации на, ну, на, на электроэнергию. Также мне кажется важным все это упомянуть, что мы добились э, в этом году э, к новогодним праздникам пенсионерам выделят по столеев. есть это, это на самом деле, Так, если судить не особо для для среднестатистических жителей Кишинева, это не небольшая сумма, но поверьте, для пенсионеров это 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 ну то есть это это просто приятно я считаю, что так С так должны поступать, нужно, да, поступать. Да, то есть это не не какой-то предмет торга, то есть вы голосуете за это, мы голосуем за это, нет, то есть мы должны это делать, потому что эти люди участвовали. Как минимум, в том, чтобы этот город появился, и большинство из этих людей строило этот город каким-то образом его облагораживало, жили то есть технологии уходили на развитие нашей столицы. И сейчас, когда, грубо говоря, какая-то часть людей решила, что они им не нужны, потому что они за них не голосуют, вот их бросили. И так не должно, так не должно работать. Мы должны люди, людей делить на тех, кто за нас голосует, и на тех людей, кто за нас не голосует. То есть здесь э, абсолютно должны быть все в разных условиях, э, и в равных условиях, простите. И что самое важное, муниципальный совет в этом, в этом контексте, опять же, люди не понимают этого, э, муниципальные советники, точнее, не все понимают это, что муниципальный совет это не площадка для политических дебатов. Это немножко иная э, какая-то плоскость, где люди должны решать проблемы города. Тяжело, но мы боремся и объясняем каждый раз людям, что здесь нет места политики, и мы здесь боремся за то, чтобы людям стало легче жить и приятнее жить в этом городе. Ну, если говорить о проблемах города, что удалось еще сделать, опять же, для улучшения жизни, социально-экономической жизни граждан, вот благодаря вот этим предложениям, сделанным социалистами. Насколько мне известно, речь идет, например, и о компенсациях к зарплате тех, кто работает в учебных заведениях дошкольного и школьного Да, это, это уже мы эм, об этом говорим уже очень давно. для, Например, для телезрителей э, можно сказать, что, если кто не знает, нянечка в детском саду э, раньше получала от, э, от тысячи леев. То есть тысяча леев, тысяча-полторы тысячи леев. Это была средняя зарплата нянечки. В месяц. В месяц. Где-то было еще меньше. То есть, если так посидеть, подумать, это люди, которые заботятся о наших детях. Это люди, которые все свое свободное время, и опять же, не мне рассказывать, как, насколько дети выматывают, и насколько нужно за каждым там, глаз, глаз до да глаз, потому что нянечка – это тот человек, который постоянно с детьми, который постоянно ну, что-то делает, и она не сидит и просто там бьет баклуши. Это люди, которые действительно работают. И когда ты узнаешь о том, что люди получают какой-то мизер, и опять же поднимаешь на муниципальном совете вопрос о том, чтобы этим людям поднять зарплату, и говоришь, ну то есть 500 леев ⁇ это не такая большая сумма для, для муниципального бюджета. И если они, ну то есть негде найти деньги, мы покажем вам, где эти деньги найти. То есть есть у нас опыт нахождения денег внутри бюджета. Это, это отдельное. Правильное распределение. Прав... Да. Тут не поиск тех денег, которые там, грубо говоря, спрятали и ждут, чтобы их там потратить на что-то другое. Здесь правильное распределение бюджета. Есть дирекции, ну то есть есть управление муниципия, который, у которых остаются деньги, потому что не реализовали какие-то проекты или потратили меньше, чем они планировали. То есть эти деньги должны перераспределяться, уходить на нужды. Вот на такие нужды, как доплата работникам, там нянечкам воспитателям, педагогам недавно была у нас тоже инициатива, тоже компенсации, един, единовременные выплаты были педагогам, и, ну то есть и учителям, преподавателям. Вот вот в это надо, ну, то есть к этому стремиться, чтобы люди понимали, что они не брошенные, что о них тоже заботятся. И, то есть мы, если говорить о компенсациях, опять же о, о том о каких-то социальных, о социальном направлении, о том, что какие инициативы социальные проходили в, за эти, например, даже там за этот год, то я обычно с не хватит с вами передачи и хронометража для того, чтобы просто рассказать хотя бы часть из них, потому что на самом деле их было очень много. И их пытались блокировать, и, но мы отстояли, опять же, тут это наши такие маленькие победы, где мы действительно доказываем людям, что мы рядом с ними. Вот. Ну, можно, например, заострить внимание наших зрителей на каких-то заметных вещах. Ну, не так давно на нашем телеканале, на телеканале э, других компаний, то есть в эфирах других компаний был материал о том, как жители домов на улице Димо вдруг проснулись под рев пил, спиливающих деревья. Там более 100, стволов было буквально спилено на корме. Да. Да, при этом выяснилось, что как бы вот это вот э, решение об от, о, получении этого участка в результате какого-то обмена, оно, в общем-то, аннулировано, и, и, то есть было признано незаконным. То есть это удалось остановить эту стройку, хотя, в принципе, люди пришли, поставили заборы, вы, э, вывели охрану э, в камуфляже, и, ну и, в общем-то, начали предпринимать какие-то действия, нанесли прямой ущерб. Там, ну, вы знаете такие, скажем так, такие элементы строительства нелегального, которое, которое имело место быть на улице Димо, например, раньше встречались очень часто. То целую есть, да, то есть там были выработаны прям схемы, как это работает, как там узаконить землю и так далее, как там туда там что-то построить временную постройку, а потом приватизировать этот. То есть было очень много. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, как это было, проделывалось раньше. Был какой-то период, когда вроде бы затихло. То есть люди увидели, что против, ну, то есть скажем так, против Лома есть прием. Да, то есть вызывают определенный да, негатив. Да, то есть люди, люди обращались к нам, и мы всегда выезжали. То есть мы никому не отказывали, всегда были. И мы, как муниципальные советники, и депутаты от партии социалистов, потому что у депутатов больше возможностей для остановки строительств. И всегда была полиция, мы всегда обращались в суд. То есть не было истории, когда мы людей просто приезжали, смотрели и уезжали. То есть мы каждый случай рассматривали. Я думаю, что у нас там Иван Васильевич Чебан, представитель нашей фракции, неоднократно показывал, у нас есть в офисе целая полка с нелегальными строительствами. Там по каждому строительству есть папка с документами. То есть это все собрано, никуда это не, не уходила, и мы, мы пытались, грубо говоря, бороться как, как могли. На сегодняшний день, если говорить про улицу Димо, Тут на самом деле надо отдать должное людям, которые не побоялись и вышли, которые не просто не сидели дома за компьютерами, а действительно... не наблюдали за тем, что да, происходит. Да, они наблюдали, и что и происходит, а как-то самоорганизовались, вышли на улицу, позвали на помощь, пришли, тут опять же надо справедливости ради, стоит упомянуть, что были не только советники-социалисты, там, кто находился рядом, тоже подошли, подъехали наши депутаты, попытались каким-то образом решить вопрос, то есть остановили на какое-то время строительство. Потом уже люди пришли с этого адреса, пришли на заседание муниципального совета. И опять же, ну то есть, чтобы вы понимали, зал муниципального совета не такой большой. И когда там находится 150 человек, жителей домов, по адресу, ну, то есть близлежащих, где строят ну, Больше, чем муниципальных да. советников. И, да, больше раза в три, чем муниципальных советников. И, то есть, мы говорим, давайте, ну, то есть, пред, вносим предложение, чтобы рассмотреть в приоритетном режиме вопрос со строительством, чтобы каким-то образом принять решение, потому что люди ждут, люди здесь находятся, они прямо перед вами, перед советниками. И многие советники не хотели вносить, то есть сначала хотели рассмотреть свои вопросы, а потом вернуться ну, то есть, к этому нелегальному строительству. Ну, то есть это просто если так уж говорить простым языком, это правда, правда плевок э, прям в лицо людям, которые стоят перед тобой и просят о том, чтобы ты решил, э, просят ведь заняться кто наверное, своей да, работой. Голосовал ведь, наверное, опять же за тех либералов, либо других представителей других да партий. Тут, опять же я говорю, я не, не, не очень хочу уходить в политику. Здесь вопрос на самом деле не в том, кто за кого голосовал. Здесь вопрос в том, что кто-то позволил себе э, построить во дворе дома, там, ну то есть, если вы знаете, там там школа если я не ошибаюсь, 33-й сейчас там лицей э, э, Герцеля. Есть небольшая э, постройка, и то есть был такой как бы небольшой, скажем так, небольшая парковая зона между домом и э, вот этим вот строением. И решили, что там идеально 16-этажный 16 дом там идеально встанет. И то есть каким-то ну, вот встать -то, может встанет, а как жить в этом. каким-то каким образом каким там образом дали разрешение приезжать? на это все, то есть э, какие-то какие документы начали собирать. То есть там я опять же говорю, это целая целая схема по, по работе. Единственное, что я могу сказать, что нам правда вместе с, с людьми удалось эту стройку остановить. Сейчас будет решаться уже дальше на муниципальном совете, то есть, то есть там было принято, подписали документы необходимые, то есть на заседании прям председатель заседания и секретарь заседания, бумагу эту передали жителям, то есть все документы мы людям отдали, то есть объяснив им предварительно, что процесс, если он вдруг начнется опять, то есть не дай бог там что-то опять начнется, вы выйдете, что что-то происходит, то, чтобы они сигнализировали, и мы, то есть чем сможем, опять мы поможем, и легальными методами мы всегда на стороне людей. Ну, каждый раз, когда вот мы в этой студии обсуждали те или иные истории, связанные с землями столицы, вот казалось, насколько все-таки должен быть защищен Кишиневец. Ну, допустим, смотрите, у нас есть полиция, у нас есть прокуратура, у нас есть СИП, все это в столице, это нигде не где-нибудь там в совершенно другом муниципе. И тем не менее кишиневцы, ну, самые чуть ли не бесправные в отношении земельных вопросов. Может в любой момент оказаться, что возникает какой-то небоскреб во дворе этого дома, в котором, э, так сказать, в том дворе, где ты вырос, провел детство, юность. И наши дворы не назовешь их бескрайними. Это не степи, это не какие-то там равнины. Это достаточно ограниченная территория. Ну, все это происходит, э, извините, что перебиваю, все происходит из-за того, что это та проблема, о которой мы говорим уже очень много лет. У Кишнева нет генерального строительного плана. В тот момент, когда появится этот генеральный строительный план э, и будет четко определено, где, то есть, красная зона там, где нельзя строить, где парк, там парк, где дом, там дом, собственно, и вот все вот такие перечислены будут, э, скажем так, правила игры. Что, да где можно строить? Почему да. нужно строить По... именно так? Потому... Почему Какая там строить зона? нельзя? Да? Почему нельзя сносить, например, я не знаю, там детский сад, и на месте детского сада строить 7-16 этажек? Почему нельзя? То есть, понятное дело, что люди пытаются построить свой, там, не знаю, дом для того, чтобы выгоднее продать потом там квартиры. И чем дом будет ближе к, к развитой, скажем так, инфраструктуре, там, как, как это мы часто видим, что дома, где строят нелегальные строительство, строят там, где какие-то есть развязки, где комфортно людям будет передвигаться, где можно, там есть лакомый кусочек, куда можно туда этот... Этот дом Да, и то есть ничего не надо нового строить. Понятное дело, что никто не хочет идти за город, потому что за городом надо проводить все. И инфраструктуру, и дорогу, и, и ну, какие-то поликлиники, детские сады, и школы, и магазины, и асфальт и так далее и тому подобное. Понятно, никто не хочет это огромное количество денег, и никто там квартиры в первое там, время покупать не будет. И поэтому вот такие вот черные, скажем так, застройщики, они думают, что они могут решить вопрос другим путем. К сожалению или к счастью так происходит все реже и реже, но ну, тут надо держать ухо востро. Да. Хотел вот что узнать, какова судьба фонтана перед, ну в общем-то зданием перед кинотеатром Висского. В общем тоже печальная история, связанная с кинотеатром. Но тем не менее по поводу фонтана, ведь достаточно интересная инженерная Сооружение было когда-то, я помню, как оно работало и сколько людей вокруг собиралось и как это было. В Тут на самом деле мне недавно рассказали совсем, я даже не знал, что когда строили кинотеатр "Искра", фонтан, ну, то есть, являлся, грубо говоря, частью, частью этого архитектурного, скажем так, ансамбля, Комплекс, да, комплекса. комплекса. И для чего это делалось? Потому что в то, в то время, когда строили кинотеатр, э, не было еще кондиционеров, не было возможности, каким-то образом охлаждать территорию. И фонтан, собственно, был специально Все построен для того, что да, он был для того, чтобы охлаждать каким-то там возможностью с возможностью охлаждать хотя бы территорию рядом с, с кинотеатром. Если говорить о фонтане, это опять же я считаю, что это, ну, то есть я опять повторюсь, это безусловная победа и огромный плюс э, нашему городу. Многие, тут есть лю, часть людей, которые, она, к счастью, небольшая, которые критикуют почему-то нас за то, что мы добились э, выделения денег на реставрацию фонтана. Э, мотивирует тем, что есть проблемы в городе, которые нужно решать. Э, другие проблемы. Проблем в городе очень много. И надо решать все постепенно. Вот фонтан, э, после я, мне кажется, до да, двух лет, то есть каждый год э, есть инициативные группы, и она не одна, ребят, которые собираются, вот я помню, в этом году очень много было, ребята там проводили белые вечера, они там собирались молодежь, они играли э, песни под гитару, приносили там оборудование, там колонки, свет. И делали, то есть, проводили, делали какие-то концерты мини-мол-начинающих исполнителей. И рядом с этим фонтаном э, они пытались его каким-то образом э, самостоятельно восстанавливать, то есть там они убирали мусор, приводили в порядок, э, ну, то есть, там пытались подкрашивать, чтобы он хоть, хоть как-то содержать его на самом деле. Мне кажется, что это одно из э, правда красивых мест. Мне показали опять же недавно фотографии, как это выглядело раньше. Насколько это правда было красиво, это вход в парк в один из наших, э, один из наших красивых парков, которые есть в Пишиневе. Аналогов ему нет, это долина Рос. Вот, ну, мне кажется, странным, когда центральный вход в парк выглядит вот таким образом. Он там... ну, практически разрушенный. Да, он не практически, что... он разрушен. То есть там ничего, ничего нет. А когда там будет фонтан и когда дай бог все будет хорошо, этой весной уже кишиневцы увидят восстановленный фонтан и я думаю мы вместе туда летом сможем приходить и кто-то будет гулять с парами, кто-то будет гулять с своими детьми. Есть, они ощутят результаты этого. Да, и это красиво. И ну то есть Вопрос не в том, что э, там правильно, неправильно выделять деньги. В любом случае, его делать надо, потому что есть, кроме этого, фонтана еще есть огромное количество. На даче есть фонтаны, которые нужно восстановить. Тут плачевный фонтан возле кинотеатра, ой, возле гостиницы «Националь». То есть, есть очень много объектов, которые действительно нужно, если только мы говорим про фонтаны, которые нужно восстанавливать, потому что вот такие вот мелочи создают облик всего города. Вы посмотрите, во что в последние года превращается в Кишинев. Из-за того, что из-за этого неумелого, не, я не побоюсь этого слова, непрофессионального управления городом и теми средствами, которые есть у города. Город все с каждым, скажем, с каждым днем становится все, все как-то, ну, то есть он сереет. Он, если раньше он был цветущий, и даже когда вот Выпадал снег, ты смотрел, ну, то есть радовался глаз, ты смотрел, тебе нравилось, как это выглядит. И летом, как это все зелено, по-другому смотрится. Город сейчас становится, у нас нет никаких арт-объектов. Ну, то есть у нас, они есть, но их очень мало. И которые люди должны где-то Да, которые были, уже пытаются сносить или, или уже снесли. И людям просто элементарно некуда пойти погулять. То есть есть там, понятно, там, не знаю, Комсомольское озеро, где люди гуляют, но надо же и в других парках тоже вспоминать. Есть Нарышкановский парк, который почему-то забыт. Тоже непонятно почему. То есть там в прошлом году опять же нашими усилиями было сделано освещение, чтобы люди могли гулять и вечером там, потому что туда вниз, ну то есть от, э, 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 к парку и там темнота, то есть там ничего не происходило. Мы опять же с каким-то образом смогли подстроиться, сделать там инфраструктуру осветить тот парк, и для, чтобы люди могли там вечером тоже прогуливаться. И так постепенно, шаг за шагом, я думаю, у нас обязательно получится город э, привести к тому, что хочет видеть каждый кишиневец. Ну, точек, точек для приложения усилий муниципальными советниками для улучшения жизни кишиневцев э, очень много. Назвать можно, наверное. И, э, ну, я не побоюсь этого слова. Это бесконечное количество проблем, которые да. нас окружают. Я, вот, слушая вас, вспомнил, например, о том, как функционировала когда-то канатная дорога, которая связывала два района города. Баяканы и Скулянку. И она пользовалась спросом, потому что э, работники целого ряда фабрик, да, которые были на проспекте Куйбышева, а сейчас это Калия Ешела получали квартиры и жили на проспекте уже сектора боюка И, соответственно, для того, чтобы не обижать вот так вот подковы по да, полгорода, была продумана эта канатная дорога. Ведь, а со, ведь достопримечательность, какая столица может похвастать вот таким видом транспорта, как канатная дорога? И у нас это было, мы это потеряли, а в итоге, в общем-то, мы сейчас имеем такой арт-объект, бывшая канатная дорога с какими то там граффити, с заваренными воротами, и вот каждый раз проезжая, думаешь, ну, может быть, дотянутся руки, муниципальных советников восстановят, потому что я более уверен, больше, чем уверен, эта канатная дорога может приносить даже доход. Ведь ее использование тоже может быть на коммерческой основе билет транспортное средство. Я, я с, с вами здесь абсолютно. опять же тот же электронный билет, за, которого вы, за который вы боритесь. За... Я опять же с вами здесь согласен, если мы говорим уже. Ну то есть это, это возможно только при условии, что здесь будет подготовлена вся инфраструктура для того, чтобы сюда приходили туристы, приезжали. Ну, это... То есть я выразился образно приходили для того, чтобы Кишинев так или иначе развивался как туристическое направление. Опять же, на этом муниципальном совете, это, я переключаюсь плавно, был рассмотрен вопрос, проект был предложен, который уже это какая-то странная практика. Вот у нынешних руководителей департаментов и отделений примарии они сначала реализовывают проект, а потом приходят на муниципальный проект и говорят, примите. То есть за одобрение. Мы да, вот тут да будет, мы но за одобрение. На мой Там... вопрос, а если мы не одобрим, вы сейчас что сделаете? Вы их уберете? То есть я сейчас говорю про таблички, которые, если люди, может быть, телезрители наши видели, появились в некоторых в центре города, появились таблички с указанием, их 23, если не ошибаюсь, с указанием различных достопримечательностей в Кишне. Опять же, как идея, как концепция это очень интересно это на самом деле это правильно и для того чтобы развивать каким-то образом здесь туризм но реализация этого проекта она оставляет желать лучшего потому что из-за таких действий которые делает делают управление в примарии, они просто, ну то есть я опять же не публикую это слово, они выставляют э, всю примарию дураками. Потому что э, люди смеются и смеются оправданно. Вот, вот я вам просто сейчас некоторые, я заходил, смотрел эти таблички, указания, это, это что-то из какой-то какой параллельной вселенной. Вот значит, есть указатель на железнодорожный вокзал. А там написана э, табличка на молдавском языке, э, написано Гараферувиары, э, написано у, указатель на английском языке. И на немецком языке. Указатель на Улим университет. Значит, он идет на молдавском языке, он идет на украинском языке, и, по-моему, на английском или немецком, если не ошибаюсь. Да, видимо, с учетом географии студентов. Ам... Я задавал вопрос, то есть, по поводу, чем руководствовалось управление, когда придумывало, на каком языке будет написана та или иная достопримечательность. Вот, например, музей села на Ботанике тоже написан на украинском. То есть, если с железнодорожным вокзалом они объяснили свою логику, что мы написали на немецком, потому что вокзал строили плененные немцы. Это прекрасно, что есть хоть какое-то объяснение. Не скажу, что оно самое логичное, которое можно было придумать, но элементарно, можно было запросить же данные, если это. То есть если начать размышлять и думать перед внедрением какого-то проекта, можно же было собрать публичные слушания. Можно же было встретиться с представителями национальных меньшинств. То есть получить запрос. Получить на такую запрос славу, о том, да. что, что, например, там не знаю, для. Еврейская община является, там, назовите три места, которые для еврейской общины являются важными как туристическими направлениями. Назовите там для польской общины какие то три, три места, для армянской общины назовите э, какие-то места, там для не знаю Потому для украинцев, есть, есть культовые здания, для белорусов, есть... да, не знаю, для русскоязычного населения что важно. Ну то есть абсолютно нет, зачем этого, этого не сделали ничего, ни публичное слушаний, ни консультация с, с общинами. Не, э, они даже не запросили данные, ну, то есть я говорю, это элементарно, запросите данные в агентстве по туризму нашей республики, а с каких стран приезжает большинство туристов в нашу страну. Возьмите топ 5-6 языков и напишите на этих, э, ну то есть указателях на этих языках, и кроме того, что, например, там, не знаю, какой-то, если, например, объект представляет ценность для общины. Нет, вот начальник управления пожал плечами, опустил голову, молчал. Ну, то есть, это, это ну, просто... Это поведение, не поведение взрослого человека, мне кажется. Я не интересно. знаю, чье это поведение взрослого, это или, или мы ребенка. Мы сделали, а вы примите. Да, ну, то есть, это, это, это очень странно. Если раньше это проходили, эти истории, там, не, не, там в прошлом созыве, в позапрошлом созыве э, муниципального света, то сейчас надо это прекращать. То есть, мы об этом сказали, что на будущее, если вы планируете что-то делать общайтесь с людьми. Мы, слава богу, людей начинаем потихоньку в примарии приучивать к публичным слушаниям, что люди должны приходить перед тем, как внедрять какой-то проект, должны приходить в муниципальность, в примарию, брать э, начальников управлений, э, людей, которые не, э, ну то есть там, гражданских активистов, э, людей в областях специалистов в этих, которые, ну, проекты, которые пытаются внедрить, и общаться для того, чтобы люди, э, ну то есть в спорах рождается истина. Надо через обсуждение принимать как проекты, которые будут в первую очередь комфортны для людей. Не, для, не делать что проще для управления. Я понимаю, что они там поставили. Цена одного указателя практически 1100 евро стоит один указатель. И они приходят, их 23. Они приходят и говорят нам, вот примите, там у нас половина грант, и они хвастаются еще тем, что когда настолько понравились грантодателю э, исполнения э, э, да? вот этих указателей, что они добавили прямо на открытие еще 2 800 евро. Ну, то есть <свят> мы, мы с, смотришь, слушаешь людей. Ну, то есть вот повод для гордости. А то, что они установлены, извините за выражение, через одно место, что они сейчас мешают э, людям, которые ездят на, на автомобилях и общественному транспорту просто элементарно видеть знаки, потому что их так установили, потому что кто-то сказал, что надо ставить там. И то, что возле примарии поставили со всех четырех сторон, поставили по знаку, а к дублирующему. Зачем? Ну, ну то, то есть вопросов наш... на самом деле очень много. Цели наведения и... для тех, что. <laughs> чтобы они, к сожалению, остаются без ответа, потому mm -hmm. что люди привыкли к тому. Тому, что как все дозволенности о том что им можно делать все и это сойдет им с рук мы уже очень давно пытаемся людям объяснить что ничего с рук не сойдет что мы будем людей скажем так очень модное слово попускать и останавливаться на тех моментах который не представют важности и необходимости для города и для горожан. Ну вот сейчас, так принято говорить, на дворе ноябрь месяц, для, даже для нашей южной столицы это все равно зи, уже зимний месяц. И в ноябре, не секрет, в Кишиневе бывают зимние осадки. Но опять же у кишиневцев традиционно существует такое клише. Зима для муниципальных властей, для городских чиновников, для городских служб наступает внезапно. И вот ваша оценка, как с первыми снегопадами справляется городская служба? Это было перед муниципальным советом у нас, у моих коллег по фракции, была как раз пресс-конференция на эту тему о том, как наши муниципальные службы в кавычках справились с первым снегом. Я не знаю, когда придет. Мне кажется, самовывозом, то есть саморастаянием. И, да, я не знаю, когда придет тот момент. И застанем ли мы его с вами. Я надеюсь, что застанем, когда люди начнут готовиться к зиме заранее. Я говорю про муниципальные службы. Опять же, как вы упомянули, ни для кого не секрет, что в ноябре часто наступает зима. зима практически, да. Не только по Мою календарному за... году. Да, если посмотреть статистику, вот который, как в оправдание себе. Ну то есть это это вообще какой-то, это опять же это какой-то, я не знаю, как это даже назвать. Это где-то там в параллельной вселенной опять же происходит. Люди приносят статью, работники управления приносят статью из какого-то СМИ о том, что в последний раз в десятых числах ноября снег выпадал в 2011 году. И это они предоставляют как аргумент, почему они не были готовы. Mm -hmm. А наш вопрос о том, что а вы вообще планируете, может быть, когда-нибудь начнете планировать э, работу на зиму с конца сентября, может быть, вспоминать о том, что вам не хватает, там, не знаю, единиц техники. Не врать людям с экранов о том, что у вас все хорошо, а на деле ни, ничего не хорошо, о том, что у вас не хватает техники, о том, что у вас. Чего-то там ну, не для люди, уборки. Нужен песок, реагенты, что-то. Да, ну то есть это же, ну, то есть, откровенно приходят на, на заседание служб, и люди врут, просто сидят вот каждый понедельник собираются, и врут друг другу. Вот они в понедельник отчитывались э, э, о том, что, э, значит, все сектора города, все центральные улицы и все дорожки убраны наши, то есть э, горожане, гражданские активисты э, или там просто люди не безразличные к тому, что происходит, происходит в городе, начали моментально фотографировать улицы, там убраны убраны, да, mm. для пешеходов, для дорог, машины плюс-минус сами себе убирают дорогу, потому что они проезжают, часто и песок, вот, простите, и снег тает от того, что постоянно он там ходит транспорт, не не такое количество снегопада. Снегопад был не такой большой, чтобы там, ну, там покров снежный был невысокий, не, не, не скажем так. А люди, когда ну, то есть это чуть подрастаяло, подмерзло, и там просто каток. И ничего нигде не убирается. Убрали э, территорию рядом с Примарией. Молодцы. Ну, правда молодцы. Но кроме Примарии есть же город еще. Не только этот квадрат, этот э, квартал, не только э, ограничивается им город. Вот вы уверены, они знают об этом? Я не уверен, что они знают об этом, но, к сожалению, у нас каждый год одно и то же. У нас каждый год не хватает, э, значит, людей. У нас каждый год не хватает там техники. У нас не хватает реагентов. У нас не хватает песка. У нас не хватает того. Не хватает того. Не хватает того. В прошлом году вообще была чудесная история, когда люди просто э, радовались, что там, мы пережили э, зиму. Мы наконец-то убрали город от снега. Молодцы. Вы этими должны заниматься. Это не повод для того, чтобы себя хвалить. Вы правда молодцы. Люди, которые работают на технике, которые в прошлой зимой работали, вернее, этой зимой работали там, 24 часа в сутки и ночью не ходили, не спать, друг друга сменяли, в смены молодцы так они должны работать они за это в принципе и получают деньги ну, да. это они их выбирают это, руководство для того чтобы от, они от них этого ждут, прежде всего чтобы Пишеневцы, город был да, чистый чтобы, и да, чтобы максимально можно было спокойно да, добиться, да, и до рабочего места до, дошел там не знаю до остановки спокойно сел на транспорт и поехал вышел и также спокойно дошел не упал нигде у нас каждый год к сожалению сейчас у нас ждет следующий будет период когда это все когда будет холоднее холода придут и когда будет там небольшое потепление Будет лед, все будет покрыто льдом. Это я сейчас там, наперед говорю, что будет происходить. Деревья начнут леденеть. И мы вспомним сейчас все наше зеленое хозяйство, которое, я не знаю, чем они занимались э, в большинстве своем э, лето и осень, но я уверен, что они не спилили э, ветки, которые сухие, которые необходимо было спилить. И вы вспомните, вот можем записать этот эфир, дату. Вот сегодня у нас какое? 20... 21, ноября. 21 ноября. Вот когда начнут обледенелые, будут обледенелые ветки, когда они будут ломаться? и его не будут падать на машины, они будут на проезжую часть падать, падать на дороги, не дай бог, что-то произойдет. Кишиневцы помнят, что происходило 21 апреля 2016 года, и ну, эти ветки, вот результаты вот этих вот, ну, не знаю, там, катаклизма, так сказать, ради более стоит. года убирали. Ну, убирали, да, но тут справедливости ради, опять же, не защищая ни, ни Зеленстрой, ни ЖКХ и так далее, то есть тут действительно это был катаклизм, который не, не ждали его, и тут можно оправданно, люди были Быстро, насколько могли собрались и убирали вместе город и в том числе и жители города убирали свои дворы да. у нас совсем не осталось времени если можно в полминуты вот ответить на следующий вопрос ну уже формируется грядущая повестка муниципального совета что нам ждать? Ну вот у нас завтра муниципальный совет. совет, заседание муниципального совета. Честно, я вам скажу, что мы каждый раз приходим на заседание муниципального совета на фракцию, и каждый раз для нас какой-то сюрприз от наших коллег. То есть они там что-то пытаются продвинуть свои э, проекты, которые интересны им. Будем смотреть, у нас есть повестка, как, как это повелось уже по традиции, она каждый раз дополняется, у нас изменяется. И только завтра смогу вам сказать, насколько что ждать, что, что есть ждать нам от меня грядущего. Да. Есть, есть повестка с прошлого заседания, которую мы не закрыли. Мы его принесли как раз вот на, на завтра. Много там интересных вопросов, которые нужно решить. Там, начиная от дендрария, с которым что-то нужно делать, заканчивая опять же, теми вещами, которые будут полезны для города и, и какими-то вещами внутри, скажем так, внутри, внутри департаментных, вот, вот как-то так. Никита, спасибо за спасибо такой спасибо. подробный отчет о работе муниципального совета. Я так более чем уверен, что кишиневцы, которые следят за работой столичных народных избранников, в общем-то ждут главного, ждут отдачи. Для того, чтобы понимать, понимать, за что они голосовали, почему они этих людей усадили в кресло муниципальных советников и чего ждать дальше. Потому что, ведь, например, каждое заседание всегда оборачивается сюрпризами для кишиневцев. И, и конечно, не сразу но вот спустя год вдруг Кишиневцы просыпаются просыпается под в общем-то грохот стройки ну тут всегда э, у нас ответ очень простой для тех людей которые действительно хотят э, сталкиваться во-первых с проблемами с каким-то которые не могут решить как есть у них с муниципалитетом для тех людей которые например у нас сейчас идет этап вот заканчивается установки детских игровых площадок и площадок спортивных для воркаута для тех людей, которые, например, хотят, чтобы такие площадки появились в их дворах, мы всегда открыты к, к диалогу. Приходите к нам в 18-й кабинет в примарию, это кабинет фракции партии социалистов. Там есть люди, которые вам помогут, объяснят, как составлять документы, как бороться. И всегда там есть кто-то из муниципальных советников, кто будет готов и рад помочь. Спасибо большое. Спасибо вам. И отдельное спасибо от Кишиневца, фракции партии социалистов, за эти детские площадки и за эти спортивные маленькие городки, которые, в общем-то, действительно украсили город и украсили жизнь Кишиневца. Спасибо. Вам спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от фракции партии социалистов Никита Цуркан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас.